Итак, значит, мы посадили 10 деревьев на монументе и еще одно дерево у нас про запас. Один кедр на всякий случай, если вдруг какие-то ростки погибнут, то кедр будет находиться на территории мечети Медина на Курчатова 4Б. Вот как раз ребята сейчас будут высаживать его. Марат Гильмудинов подъехал, это тоже наш замечательный товарищ, ведь пограничник, офицер российской армии. Замечательный человек, сподвижник этого всего дела, да? Вот как раз сейчас он это дело все как раз закроет, высадит, и наша боевая задача сегодня будет выполнена. Как раз у нас сегодня 4 человека. Вот наша замечательная мечеть, любимая, мечеть Медина, построенная Хазратом Гельмулахом в 96-м году. И с его прихожанами люди нашли деньги в эти тяжелые годы 90-е, выстроили эту замечательную мечеть. Всем доброго дня, будьте здоровы!